Всем привет! Вы на канале Тыквка ТВ. И сегодня я снимаю продолжение такого как маленького, сериала про Рарити. И давайте начинать. Рарити, доченька. Рарити, вставай. Доченька, вставай, сейчас у меня будет собрание всяких важных особ, поэтому я тебя отправлю к тете. Давай, так что живенько собирайся, а Флёри Харт останется со мной. Давай. Доченька, вставай. Доченька! Ладно, встаю. Поспать в каникулы не дает. Так, одеваю корону. Сейчас. Так, надо переодеться. Ой. Так, вот я переоделась. Так, теперь надо идти завтракать. Так, где мой завтрак? Мама, где мой завтрак? Доченька, давай ты у тети позавтракаешь, но я сейчас принесу тебе твой чемоданчик. Там я тебе, кое-что перекусить, печеньку одну положила с молочком. И все. Если хочешь, там возьми свои вещи. Да у меня много вещей нет. Сейчас пойду переоденусь. Ой, привет, Флёри Харт. Сестрёнка, привет. А мы у тёти пойдём в магазин? Пойдём, я хочу себе пони. Пони хочу, ля-ля-ля. Я не знаю. Там, как мама скажет. Так, чего бы мне одеть? У меня так много вещей. Так, это я переоделась недавно. Какую бы юбочку? Доча, быстрее! Да сейчас! Вот эту возьму поярче. Все, переодеваюсь. Сейчас я переоденусь. Так, все, я оделась. Ой, да, Флёри Харт, ты остаешься, а мне надо к тете ехать. Ну, в принципе, кстати, подожди-ка, мама же сказала вроде... Ты едешь? Подожди, надо уточнить. Дочи. Я хотела тебе сказать по поводу твоей сестренки. К сожалению, я позову много гостей, и поэтому вы вдвоем едете. Сейчас я карету позову. И вы уедете. Сейчас я ваши вещи собрала. Сейчас принесу. Секундочку. Ой. Так. Вот, я принесла вещи, так, вот вы там можете что-нибудь дополнить. Так, это моя, нет, это твои сестренки, ай, моё, ща. Все, открыла. Так, вот печенька с молоком, я сейчас свой телефончик возьму. Вот мой телефон. Так, сюда телефон. Так, надо еще, наверное, юмочку, ай, падает все. Так, сейчас я все сложу. Так, вот я свои вещички собрала, и маску, там духи всякие, и телефон. Сейчас надо закрыть. Ой, не закрывается. Сейчас. Ой, я сейчас телефон сломаю. Так. Блин, телефон очень мешается. Ой. Так, сейчас. Секундочку. О, все. Мам, я собрала чемодан. Молодец. Так, сейчас я твои сестренки соберу. Сейчас я ее бутылочку. Так, еще я для нее специальный шампунчик возьму. Так, в принципе, больше ничего. Там у нее все есть. Сейчас. Так. Все, вы можете ехать. Уже сейчас к вам карета приедет.
и можете ехать к тете. Мам, это, а мы на сколько? Ну, у тебя каникулы где-то, давай, так, сегодня первый день каникул, выходной, сегодня суббота, значит, давай на 5 дней. Ты еще должна приехать, успеть уроки сделать. Хорошо. А конференция же у тебя идет, ну, как бы, немного поменьше. Ну, конференция хоть идет меньше, но ты же хотел побыть у тети целый год, меня упрашивала. Ну да, хотела. Что там у меня упало? Нет, моя одежда. Так, ну ладно, все, мам. Давай, где там машина? Вот она. Так, давайте по одному собираемся, по одному. Так, так, доча, подожди, сейчас мне, подожди, мне звонит, кажется. Дзинь, дзинь, так, сейчас я отвечу. Дзинь, дзинь, алло, да. Хорошо, ладно, все, до свидания. Так, доченька, мне позвонили, сказали, чтобы... Я уехала, как бы там, на эту конференцию. Ко мне, к сожалению, не смогут приехать. И я уезжаю, даже, мне кажется, тоже на 5 дней. Так что я думаю, что лучше Флори Харт я с собой возьму. Ну, я с ней поеду. Потому что там даже отель на двоих для нас. А, хорошо. Кстати, я нашла твоих пони, дочь. Вот они. Твоя раз, Луна, любимая. И вот это, как его, Элизабет. Вот, с ними поедешь? Хорошо, мама. Так, ой, подожди. Сейчас я загружу эти кони тебе. Так, раз, пони. Стой, стой, Луна, стой. Раз, ой, два. Так, ну сейчас я все поправлю. Так, так. Все, доченька, вот, все, ты упакована. Можешь ехать к тете. А мы... Если что, короче, мы, если что, если у нас останется время, то мы заедем к вам в замок. Ты только там, это, много подарков у тети не проси, хорошо? А то у нас и так дома уже места для твоих, ой, для твоих пони нет, хорошо? Хорошо, мама. Так, все, я еду. Уи-ху! Уи! Уи! Уи-ху! О, приехали. Так, девочки, давайте, мои пони. Я вас вытащу. Ай. И чемодан, все. Карета уезжает. Так, девочки, пойдемте ко входу. Вон там. Сейчас я их вытащу. И чемодан. Дзинь-дзинь. А? Кто там? Ой, наверное, это приехала. Так, это, наверное, приехала ко мне племянница. Дзинь-дзинь. Здравствуйте, тетя. Привет, сейчас тебе открою. Пш, заходи. Ой, аккуратно. Я так рада. Ой, вас видеть, тетя. Ва. Здравствуйте. Привет. Ой, тетя, у тебя так всегда тут красиво. Мне нравится у тебя проводить каникулы. А мне приятно, когда ко мне кто-то приезжает в гости. Так, давай сейчас сходим с тобой в торговый центр. Ура! А продолжение, когда я буду в торговом центре, вы увидите в следующей серии, которая будет называться «Проект тетя, купи мне». Пони, всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И ждите продолжения. Всем пока! Пока-пока!